Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студії. Я є ведучий Юліан Аксьонов. Сьогоднішній мій гість Андрій Вагапов, представник політичної партії «Європейська солідарність». Вітаю вас, пане Андрію. Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему, яку заявляє ваша політична сила. Це необхідність перезавантаження парламенту. Чому назріла така необхідність? Сьогодні така у нас гучна тема. Я, мабуть, перейду на російську мову, тому що, щоб її зрозуміли усі, хто почують. Діло в тому, що давайте вспомнимо, коли Зеленський прийшов до влади, його заявленням було о тому, що недовір'я к Верховній Раді, недовір'я к парламенту, к цьому скликанню, і організував перевибори. З моменту приходу до влади Зеленского, с момента прихода к власти его команды монобольшести, так сказать, недоверие к власти только усугубилось, равно как и уровень жизни у людей. Более того, президент всячески нарушает самый главный закон Украины, Конституцию, и делает это регулярно. Сейчас он пытается через неделю организовать еще одно полномасштабное нарушение со своим вопросником. Это тоже нарушение, причем мы подсчитывали, это порядка 6 или 7 нарушений, в том числе и криминальных. То есть человек, который рассказывал, что он будет, если только я нарушу, я уйду в закон, я уйду с поста, этих нарушений уже огромное количество. Где уход? То есть доверие что к президенту, что к его команде слуг, вообще никакое. Я общаюсь со многими людьми, которые голосовали в том числе за Зеленского, за слуг народа, которые говорят, боже упаси, как мы ошибались. У меня есть знакомые, которые были главами штабов предвыборных у кандидатов в депутаты Верховную Раду, которые сейчас открещиваются, используя при этом нецензурную брань, и говорят, как мы могли так ошибиться, почему мы тебя не послушали. Абсолютное недоверие данной Верховной Раде. Они за время нахождения со своим монобольшинством полезного не сделали ничего. Вреда нанесли стране, экономике страны столько, сколько, наверное, даже Янукович не нанес вместе со своей командой. Зважаючи на такі розмови з вашими знайомими, ви вважаєте, що після того, як, уявімо собі, розпустять парламент, оголосять нові вибори, ті люди, які пройшли від правлячої партії, чи на залишках своїх уподобань, симпатиків, вони мають шанс ще пройти, чи зовсім буде все по-іншому? Шанс, звісно ж, мають. Но уже явно не такой, как был на процент, как на президентских выборах, как на выборах в Верховную Раду, а существенно меньше. То есть даже если сейчас посмотреть на ориентировочные рейтинги, в зависимости от района, там вот в Одессе у нас слуги народа набирают плюс-минус то же, что Европейская солидарность, с учетом того, что они только год у власти. Але це не буде грати на руку вашим ідеологічним супротивникам, які мають дещо інші погляди на розвиток держави? Діло в тому, що ці ідеологічні противники в більшості своєму в слугах народу, к сожалению, теж. Якщо посмотреть на те, що організовують депутати, простите, 2 мая приходить возлагать цвіти сепаратистам, терористам, но не прийти, не возложить цветы. Это наши одесские 2 депутата, которые в Верховной Раде представляют интересы Одессы. Но не прийти, не возложить цветы тем, кто погиб первыми от рук сепаратистов, это оксюморон какой-то. Вот. И это такой мелочный пример. Извините, у нас профессионалы, они в чем? Пришедшие новые лица. В танцах тверка? Я так розумію, що головна, так би мовити, претензія до діючої влади від вас – це економічне становище та політичне. І економічне, і політичне. Ми на світовій арені втрачаємо наш рейтинг. Зараз вже зі сторони влади
теперешней не звучит о том, что у нас конфликт с Россией. Не звучит о том, что Россия агрессор, Россия на нас напала. Так иногда могут завуалированно сказать, типа, Россия влияет. И они говорят это людям, которые прошли Иловайск, Дебальцево, да, военнослужащим, которые лично видели этих действующих российских военнослужащих, лично с ними общались, когда их через коридор пропускали и им говорили, ну что мы можем сделать, нас послали. И вот сейчас это правительство начинает рассказывать о том, что у нас нет такого конфликта, своими действиями показывать. У нас гибнут ребята, они об этом умалчивают. Они рассказывают о том, что это у нас несчастный случай. Нам поджигают трассерами леса, балуются дети. Как они еще будут ездить по ушам? Сколько еще, извиняюсь за выражение, лапши они будут навешивать на уши нам, на уши избирателей? Ну, не знаю, сил, как бы, в принципе, я не думаю, что осталось много у людей. Ваши политические силы есть какая-то альтернатива дій? Естественно. Если в рамках местных выборов, то она представлена в программе нашей. Если в рамках полномасштабных, то есть всеукраинских и на мировой арене, то мы ее озвучиваем неоднократно. Я ее озвучивал неоднократно. Россия должна покинуть территорию Украины, российские войска. Если будет адекватный президент, адекватная Верховная Рада, у нас будет и адекватная поддержка от мирового сообщества. Вот. И, соответственно, влияние будет больше на действия России. Они либо вынужденно уйдут, либо нам помогут их отсюда убрать. Граница должна быть под контролем Украины. Только после этого можно заниматься проведением каких-то выборов на территориях, которые оккупированы, пока что оккупированы. Так же само, как и Крым, который пока что оккупирован. А щодо висвітлення подій на Донбасі і ситуацію з Кримом? Воно зараз абсолютно на нулі зі сторони влади. Абсолютно. Давайте посмотрим. Они приходят, рассказывают, как они классно открыли детский садик за год. Или как они по программе, еще разработанной командой Порошенко, дороги делают. Но для этого выкрав деньги с бюджета, направленные на протезию COVID-19. На фоне этого они бегают, рассказывают, как они прекрасно сделали дороги, но они не говорят о том, что у нас происходит. Они не говорят о том, что Россия у нас агрессор. Они вообще это не освещают. Сейчас вообще освещают, в принципе, только, можно сказать, некоторые оппозиционные действующие власти СМИ, волонтеры, военнослужащие освещают ситуацию. На ваш погляд, скільки правляча коаліція вже втратила в відсотках приблизно своїх симпатиків? Не менее половины, хотя если так ориентироваться по опросам сейчас, то все 80-85% от тех, которые были симпатиками. І щодо до одеської теми, ваша політична сила подала позов проти мерії стосовно перейменування вулиць Небесної Сотні та Інглезі, повернути їм назви 25-та Чапаєвська дивізія та маршала Жукова. Як ви вважаєте, чому ця тема всплила саме зараз? Це не удивительно. Це потуги діючого голови. Скажем, вильнуть хвостом перед своим электоратом. То есть той категории электората, которой хочется колбасы по 2,20, да, водки по 3,30 и маленьких коммунальных услуг. Вот, то есть возвращаться в советское прошлое. Потому что, в принципе, только такой электорат, да, поддерживает возвращение улицам, которые, извините, Небесной Сотни, переименовать ее обратно в улицу человека, сотнями тысяч убивавшего украинцев, это подлость, это низость и, как минимум, нарушение закона Украины. Но и сделать этого он по факту, именно реализовать без
уголовного преследования без судебных производств не сможет. Ну, це з вашого боку така гра на випередження, бо ще 9 грудня повинні пройти громадські слухання, а зараз ми бачимо, як історико-топонімічна комісія прийняла рішення, але це ще не закон, так би мовити. Это просто піар. С их стороны это просто піар, как я говорю, и они этого сделать официально, чтобы это было затверждено везде и топографически не смогут, потому что это прямое нарушение закона. То есть через суды они могут годами судиться, проиграть, вот, а ну, либо будут пытаться делать у нас, извините, вот, ОНР какой-то. Что абсолютно неудивительно с позиции действующего головы. Хоча цікаво, коли потрібно було перейменувати, міська рада проголосувала за. А тепер, вибачте, ми спам'ятали. Ошиблись, да. Так. Ми вспомнили, що у нас називалася на маршала Жукова. А чому не вспомнили, що вона називалась, наприклад, Чорноморське шосе? Давайте Чорноморське шосе переименувати. Ну, если вот возвращаться к историческим корням. То есть, по факту, тут просто манипуляция. Манипуляция населением, мнением населения, позиции населения, которое преклонного возраста, которое имеет как бы привычку, для которых это название по-любому ставится, они будут его все равно использовать. То есть, как ни назови эту улицу. Назови ее улицей Зеленского имени, да, или там, не знаю, Петра Алексеевича. Вот, да хоть Адольфа Гитлера, не дай бог. Вот. Все равно они будут ее называть Жукова, потому что они так привыкли. Но человек развивается, когда он что-то изучает, да? Когда он ту же историю изучает с разных ракурсов. И когда начинаешь изучать историю с разных ракурсов, начинаешь понимать, насколько нами манипулировали в советское время в период обучения, насколько героизировали убийцу, военного преступника Жукова. Простите, у нас потери у страны типа победившей в 3 или 4 раза больше, чем у Германии. И при этом эти потери были бы не в 3-4 раза больше, а во все 10 раз больше, если бы не помощь союзников. Бестолковая манипуляция, бестолковая скажем, организация боевых действий в период Второй мировой войны со стороны Жукова, тот же подрыв Днепрогресса, уничтожение почти сотни тысяч украинцев, среди которых порядка 20 тысяч военнослужащих, которое никак не повлияло на продвижение армии немецких войск. То есть он трупами укладывал дорогу к себе, к званию маршала и попытки увековечить себя. Как и многие были. У нас, я читал не так давно очень интересную документальные хроники относительно некоторых писателей, которых по факту, да, они, их не было, они ничего не писали. Это писатели, которым давали с КГБ книги репрессированных писателей, и они их переделывали на свой лад и издавали. Я думаю, это вообще будет интересная тема для другой передачи. Но весь Советский Союз со своими мифическими героями, это мыльный пузырь, который, когда лопнул, когда начали вылазить все вот эти вот черви из него, и стало появляться доступ к информации того, как, что и было на самом деле, то реально становится волосы дымом. Що ж, дякую вам, Андрій, за дуже цікаву бесіду. Я нагадую, що в наших гостях був Андрій Вагапов, представник політичної партії «Європейська солідарність». Залишайтесь з репортером. На все добре.